שלום לכם, בדרשיים הלכות שחרית, הלכות 18, יהי רצון שתגלה תורה לנשמת כל נפטר מלהשכחת המסר ורפואת המסר ורפואה שמחה אסתר בת תמר, רבקה בת שרה לריסה בת שורה מתתיה בן רחל, שרה דין בן דוד מיקרי אנג'לה בת רוזה. Мы с вами дошли до того, до конца молитвы. Человек после того, как в конце уже сказал «Сим шалом», и после этого мы говорим «Ию ле рацион им риви ви гон ли би ле пнеха шен цури ви гуали». После этого начинается абзац «Элюкай не цор». В этом абзаце что можно отвечать, а что нельзя отвечать? Говорит Аллаха так. Кадиш имеет право человек ответить только пять первых аменов. Еш лама может ответить только до Идбара. Все 28 слов до Алма не имеет права отвечать, только до Идбара. Велюкай не цур. Кедуша. Нагдишах он услышал. Отвечает только Кадош, Кадош, Кадош. И второй, Кадош, Кадош и Барух. Емлох не имеет права отвечать. Это первый июль рацион. Это первый июль рацион, он сказал, дальше еще не пошел. Июль рацион сказал, в середине Элюкай не цур. Даже можно так прижать. Да, останавливается и отвечает. Услышал Бареху, на Бареху отвечает. Но услышал, что тот, кто-то сказал Шаколь, Гаэц, Адама, на это, на Амен он не отвечает. Но если хочет ответить, он может пойти три шага назад. Ответить там. Евсиг Вивсаля Хуравайяне Амен, Беахарка Хисаем. Потом Элюкай Насор заканчивает. То мы не отвечаем на этот Амен. Дальше. Это между первым и вторым июля рационным рефи. После этого возвращается на Илюкай или продолжает? Не, продолжает. Okay. Это между первым и вторым июля рацион Мемрефи. После второго июля рацион есть люди, которые добавляют добавочную молитву. В трактат Брахот написано это Тфилат Араб. Yeah. У Бенишхай обычно в Сидрух это есть молитва. В Абудат Ашем есть другая чуть молитва. Это говорит очень хорошо. Кроме этого, после 2 июля рацион Мемрефи, перед Осей Шалом, человек может добавить любые свои просьбы. На любом своем языке, сколько он может там добавить, молиться. И там он уже имеет право, если услышал что-то, прервать свою молитву и отвечать на все. А здесь тоже можно отвечать? Это после 2 июля рацион. Перед Осей Шалом. Кадиш что имеет право отвечать? Там добавляет, поэтому чем Шма Колену, Хахами говорят, лучше здесь добавить. Потому что там я могу прерваться и отвечать, и на Кадош, и Имлох, и так далее. После этого он говорит третий раз «Июль рацион имрепи», и после этого он идет три шага назад. То, бедрат Ашем, про три шага мы продолжим завтра. Барух Адонай Леолам. Амен ле амен.